Добрый день, и хочу разобрать ваш эскиз. Вы мне задавали вопрос по поводу, как рисовать рукав. И, наверное, первое, на что я хочу обратить ваше внимание, при использовании шаблона вот таких вещей быть не может. То есть представьте, что у вас есть тело, а вы платье обрезали по телу. То есть такого не бывает. У вас обязательно ваш эскиз должен быть шире, чем... Соответственно, шаблон. Это принципиальный момент, и его нужно учитывать. В противном случае получается, что вы используете платье как платье, и при этом не важно, что там у нас с фигурой происходит. То есть вот эти моменты надо править здесь тоже. Вы мне сказали, что у вас перекрывает, но при этом нет заливки. Но заливка таки есть. Смотрите. Сейчас я... Из-за разницы версии идет такая ерунда. Вот посмотрите, я выбираю вашу, в данном случае это выточка, да, это не подкладной пачок, потому что я не вижу его стыковки. И у него все-таки есть цвет. Видите? Вот кусок, который с цветом, который вам все перекрывает. Вот они, эти куски. Я их убрала, и все стало чисто. То есть вы дополнительно его создали, он вам перекрывал. Просто вы его потеряли. Здесь то же самое. Вот, ну, не может быть такого. Ну, вот вы представьте себе человека. Этот шаблон, он не такой объемный. Он все-таки размера S. Ну, вот вы нарисовали, то есть получается, что у вас вот это голое тело. И то же самое с рукавами. Вы руку обрезали очень тонко, очень узко. То есть при рисунке рукава нужно все-таки соблюдать то, что вот так. Вот так. Нельзя делать одежду меньше человека. Именно этим шаблон. Если вам по какой-то причине именно этот шаблон не нравится, он кажется вам там толстеньким, он кажется еще что-то, возьмите другой шаблон, но никогда не уходите. То есть, если вы кашующий человек, смотрите на манекен, правильно, вы же не можете манекену там обрезать толщину груди. То есть, если у вас здесь не сошлось, значит у вас дырка. Соответственно, здесь у вас на эскизе получилась дырка. То есть, либо подберите себе шаблон, который вас визуально будет устраивать, либо уже рисуйте и попадаете в шаблон. По форме рукава все то же самое. Вот вы смотрите на руку и понимаете, вот она форма. Потому что вот здесь вот у вас тоже, смотрите, кисть тоже убежала. То есть, ваша задача вот не пробегать, если вы используете шаблон, не давать такой возможности, чтобы у вас было уже. Этим шаблоны и хороши, они вас сразу ставят под стандартный размер. Смотрите, есть такой момент, есть два типа иллюстрации. Есть фэшн-иллюстрация, есть технический эскиз. Когда мы говорим про фэшн-иллюстрацию, то у нас вытянутые пропорции тела. Изначально девочка более худая, чем реальная модель, и на нее действительно мы заужаем. Если же мы говорим с вами про технический эскиз, то это реальный чертеж изделия, который будет носиться на человеке, по которому конструктор будет строить лекало. И здесь уже ни о каких заужениях ничего не идет. То есть вы, беря фигуру, вы на нее это платье сажаете. И это, кстати, вот у меня была такая практика, я работала отрисовщиком, и у меня девочка-дизайнер рисовала пропорцию 1 к 12, то есть одна голова 12 в росте, давала мне эскизы. Эскизы были очень красивые. У меня был шаблон усредненной фигуры для данной компании, и я на этот шаблон накладывала этот эскиз. И когда я ее приносила, она говорит, ой-ё, не подходит. То есть это вот перекладка на реального человека. Поэтому вот этих моментов, пожалуйста, постарайтесь избегать для того, чтобы... У вас была реальность. То есть либо рисуйте фэшн-эскиз, либо рисуйте технический эскиз. Не совмещайте их, так не бывает. Либо возьмите себе другой шаблон. Но вот этот шаблон, он себя уже подтвердил, на нем несколько фирм работала. У него не очень узкая талия, но это реальный человек. Это человек размера S. Если нужна какая-то другая девочка, подберите ее. Вот не делайте так, пожалуйста, это плохо. В целом здесь у вас все состыковалось. Почему эта штучка вам перекрывала, я показала. Здесь вы тоже сделали, смотрите, спереди есть отстрочка, а со спинки нет. Такого не может быть, скорее всего. По краю рукава будет отстрочка, да, и что тут вот это прям в руку бьет. А, ну хотя может так она быть, да. А вот здесь двойная отстрочка, то здесь вот уже эти моменты. И будет, ну, может быть такая линия крови, почему нет, собственно говоря. И смотрите, какая нестыковка. Вы здесь рисуете, что у вас это подкройной бочок,
А здесь вы рисуете выточку. То есть это что будет? И уровень тоже стыкуйте. Если у вас линия груди, линия талии, куда должна уйти? Вот сюда, вот до сих пор дойти и сделаться под крайним бочком. То есть если у вас три вида, не обязательно бок рисовать. Бок не всегда рисуют, только если там действительно есть что-то интересное. Но вам тогда нужно сопоставить, да, как это будет смотреться, как это будет переходить. Здесь сверху, да. А был еще такой у вас вопрос по поводу того, что если мы берем эскиз, и как его перенести на другой слой? Сейчас. У меня разница в версиях идет, поэтому немножко оно так себя ведет. Некорректно. Сейчас мы все это сделаем. Вот этот эскиз я уже могу выделить. Вот, я выделяю эскиз. Соответственно, надо его целиком выделить. Часто для таких вещей уже полезно эскизы группировать отдельно, да? Вот этот вот манжетик у меня не выделяется. Потому что он не здесь. Сейчас мы его вытащим. Так. Вот, я выделяю полностью эскиз. Снова сгруппируем. Вот, смотрите, вот мой эскизик, да, отдельный. Что-то он там контур какой-то, по-моему, потерялся. Так, еще раз. Так, вот он полностью эскиз, да? Как вы говорите, он у вас не копируется, монтаж, ну, но новый слой создается пустой. Конечно, он создается пустой. То есть вы копируете этот эскиз. Ctrl-C я сейчас нажала, я его выбрала и нажала. Создаю новый слой. Этот могу заблокировать и говорю Ctrl-V. Вот у меня создался эскиз, и теперь он у меня на новом слое, он всегда будет поверх. И здесь я уже могу с ним работать, его как бы... делать то, что мне нужно. Сама она у вас не создастся. То есть каждый раз, когда вы создаете новый слой, всегда будет пустой. Но вы можете скопировать любой объект или группу объектов и поместить его на этот слой. То есть это как бы уже вы, как хозяин, даете. В целом мне эскиз понравился. Вы сделали здорово. Вот это вот единственная работа с шаблоном мне не понравилась. Ну, просто выясните для себя, либо шаблон другой взять, либо... ну, как бы все-таки вписаться в него. И логику не убираем. Если есть подкрайный бочок, мы рисуем подкрайный бочок. Смотрите за заливками, вы немножко ее посмотрели, она была, видите, я расчистила, и все стало хорошо. Если будут еще вопросы, пишите. Для начала вполне неплохо все.